Друзья, ну что, всем привет-привет. С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Поедем катать GTA-шку. Ну, к сожалению, сегодня без стрима, только видео будет. Разницы нет. Сейчас покажу. Вот, короче, программка OBS. Короче, трансляцию у меня не получилось запустить. Поток на интернет не идет. Что-то интернет то ли что, то ли глючит, короче, вот. Уже второй день не получается запустить. Поэтому я, короче, сделал запись. Пускай сколько я там буду, час-два играть, запись идет. И потом я также в YouTube ее выложу. Ну, а стрим, я думаю, попозже починю. И все. Интернет я проверял, он пишет мне нормальную скорость, 100 мегабит в секунду. Скорее всего, когда вот дождь или плохая погода, где-то между странами интернет обрывается, вот, и все, и... Ну, короче, сегодня что-то не работает интернет, поэтому под запись. Вот. Еще, короче, мне предложили на одном серваке на новом поиграть, а он оказался ложковый и пустой весь. Вот, там всего 30 человек. В итоге, короче, как стримеру сказали, типа, ну, у тебя канал слабый, поэтому пока за один стрим, типа, 100 рублей буду платить. Я подумал, тогда нафиг надо. Думаю, ну, давай один стрим проведу, ради интереса посмотрю, что за сервак. И вчера не смог провести, что-то вот трансляция тоже не пошла. Ну, знаете, игровых плюшек там мало давали. Я не буду пока сервер называть какой, чтобы не рекламировать. Игровых плюшек там давали 1 000 000, по-моему, игровой валюты. Что-то там на донатку еще, ну мало очень, короче. Я им говорю, у вас сервер, говорю, нулевой, говорю. Там, как вы собираетесь, говорю, сервер раскручивать? Говорю, я там, говорю, путь бомжа показывать не буду, говорю, нахрен надо, говорю. Давайте, говорю, сразу закидывайте, говорю, мне там на нормальную Lamborghini, говорю, лямов 20 на организацию еще денег, давайте, говорю, ну полностью, говорю. Чтобы, говорю, кайфовый контент показывать и людей, типа, которых приглашать на новый сервер, чтобы им тоже нормально там по 3, по 4 ляма давать, чтобы они сразу могли хотя бы там машины себе нормальные покупать и так далее. А по-другому ты начальный сервер не раскрутишь никак. Ну и в итоге, короче, они говорят, ой, нет, типа у нас условия для всех стримеров одинаковые, больше вам ни на одном новом проекте, типа, никто не даст, типа, денег. Я говорю, ну... Я говорю, вы пиздец, говорю, жадный. Извиняюсь, ребят, что я чуть-чуть поматерился сейчас. Я понимаю, они реальную там валюту, реальные деньги, которые вживую платят, жалеют. Вот это еще ладно, хрен с ним понять можно. Но игровую валюту, которая через админку просто так нариновать ее, ты можешь сколько хочешь накидать, жадничать, это, конечно, вообще. Поэтому также играем на Строубере, остаюсь. Я так подумал, нафиг надо, я лучше буду играть на крутом, на раскрученном сервере, да, где там по 2000 человек, где ты в очередь в игру зайти не можешь, где много людей, да, чем играть там за 100 рублей на каком-то говняном сервере, но на эмовском. Так что, короче, вот. Ну и свой сервер я тоже создавать не хочу. Я как раз благодаря этому опыту понял, что свой сервер создать как бы теоретически легко, можно запустить. Но вот именно раскручивать там, постоянно людей туда звать, саму вот эту менюшку, вот эту всю организовать, сделать. Там менюшка вообще говняная, вот, которая идет. Вот здесь на GTA 5 RP даже карта продвинутая. Здесь даже вот остров отображается у нас. Ну, когда выйдешь, естественно, а что такое у меня за мир? А, релогнуться, ребят, надо. Да. Давайте по-быстренькому. Я говорю, что у меня интернет сегодня так глючит, что у меня даже этот... Даже не хочет он. Сейчас, быстро. А может и не надо было релогаться, фиг его знает. Ну что, посмотрим. Пойдемте на улицу выйдем, карту проверим. В общем, короче, но неймовские серверы всякие, я не собираюсь просто так там играть. О, все появилось.
Вот о чем я говорил. У нас и остров прорисовывается, и все, короче. Все дела. Ладно, ребят, будем сегодня под запись играть. Потому что, короче, стрим у меня сегодня не работает, ребят. Да, и из-за того, что я заходил там поиграть на тот сервер, где меня пригласили, у меня теперь рейдж сбился. Вот, поэтому я заново рейдж переустанавливал. И придется все кнопки забиндивать. Вот на F10 вот тут на строчках все забиндивать придется мне сейчас заново, короче. Ну и вот тут анимашки все мои тоже слетели, короче. Так. Дверь закрыта? Нет. Ну, пойдемте, ребят, наверное, начнем с почты, с какой-нибудь. Да. Вот. Если создали нового персонажа, вот, или промокод еще не вводили, вводите мой промокод, он даст вам халявную випку стартовую. Вот здесь он у вас написан, DJB мой промокод. Типа удвоенный ПД, удвоенная прокачка, 12500 на 5 уровне, все такое. А, вводится сюда, вот так нажимаете F10, настроечки, потом промокод, и вот здесь забиваете промокод DJB. Вот так, нажимаете, ребят, сохранить, и потом вот здесь в подарочках забираете халявную випку, короче, на 10 дней, вот. Ладно, поехали. Последний раз я... А, стойте, персонажа же надо покормить, да? Да. Интересно, тут в холодильнике что-нибудь есть покушать, а? Давайте заглянем, посмотрим, что там в холодильнике бывает, нет? Потому что 2 или 3 дня не заходил вообще. Блин, надо квартиру обставить, а то я захожу, она все время какая-то пустая. До катера сбегать, посмотреть. Последний раз я, по-моему, рыбу, да, с него все выгрузил. Ну, да, я его снарядил, короче, и выгрузил всю рыбу. Так, давайте еще одну закинем сюда, пусть будет на всякий случай 6, я думаю, это нормально. Проезда уберем его, чтобы никому не мешал. Тут мало ли кто будет проплывать. В принципе, да, в принципе, все. Идем, Тимотик возьмем. Даже тут все слетело, ё-моё. Все забиндилось. Ну-ка проверяем. Опа, есть. Давайте сразу по-быстрому забиндим все остальные кнопки. Так, управление. По-моему, должна быть этот стабилизация, я не помню. Отправить вот точку водителю на карте. То у меня какая кнопка была? По-моему, 4 было. Да, 4. Стабилизация, по-моему, на 5 была. Да, стабилизация на 5.
дрифтпоинты на 6 были, что-то такое. Вот, включить, выключить дрифт счетчик. Это на троечку, по-моему, было. Хотя троечку вообще не надо, не начну начать, там оружием можно. А, вот, включить-выключить худ у меня на 5 было, да. Вот, а стабилизацию я не помню. Стабилизация, по-моему, то ли на 6 была. Да, на шестерочку была, ну, чтоб на пробел. Стабилизация на 6. Ну, в принципе, все. Все, я это назначил. Дрифтчетчик, худ назначил. Все. Вот. Работает все. Прическу надо делать. Ну хорош, ну что творят, блин, а? Ну будто сразу вылетать куда-то надо. Пойдемте начнем, как всегда, с почты. Я не знаю, в мэрию стоит, не стоит суваться сейчас. Я всего часик где-то поиграю сейчас. Идет запись. Это уже хорошо. Под лагерь. Ну сейчас поменьше людей, сейчас 1700, не как тот раз 1900 было. А ивент, по-моему, кончился, наверное, да? Да, поэтому, скорее всего, меньше людей стало. Пойдемте возьмем почту. Так, у меня, ребят, телек еще на заднем плане идет. Вот. А? Ну что ты развалишься вечно на всю кровать, а? Так, молодой человек. Мотоцикл ронять не надо. Нас сразу туда откидываем, да, далеко. Поехали до банка тогда сначала. Оплаты перевода сначала сделаем. Ой, ладно, платим. Так, ребят, может посмотрим этот. Что у меня там с организацией вообще творится? Чуть-чуть глянем. А, событие все прошло, то есть там уже ничего не заберешь. Ну-ка, давайте посмотрим, что с организацией. Сначала фракцию на меню посмотрим. А, ну пока все нормально со фракцией, это хорошо.
О, нет, этот еще есть здесь. С Максом еще тут. Тысяч на счету всего лишь. Не, ну я пока не трогаю ничего. Вот время аренды закончится, тогда пока не надо ничего. Ладно. Контракты есть какие-нибудь сейчас запущенные, интересные? Я ничего нет контрактов. Надо, наверное, ему надоело фармить. Ну все, поехали почту поведем туда, да? Прокатимся немножко. Ну заедем домой, короче, возьмем на всякий случай одежду. Короче, надо мне саму программу вот этого OBS Studio, которая стрим пишет, обновить, наверное, что ли. Может, там в последней версии какие-нибудь улучшения интересные есть, которых я не знаю. Потому что я его очень давно не обновлял. А лучше переустановить сразу последнюю версию, чем обновлять ее. Прокатимся с ветерком. Ё-моё, бензин в мотике кончился, вот я тоже, типа. Даже не заправил его. Ладно. Поехали там чуть дальше пробежим, посмотрим, может там человек какой-то лежал. Смотрим, что там с ним случилось. Может он на машине. Что-то так далеко, да, было? Добрый день. Что-то вы посреди дороги прям, я думал, вот помочь что-то. Может, помогите? Может, отнести. Давайте. Он, походу, да, этот. Ой. Давай его сюда, да? Давай, да. Друг, а ты на машине? А мы вас вдвоем надо. Да, блин, у меня бензин в мотике кончился.
Ну, он там чуть дальше там оставил. Подожди, вроде было. Что говоришь? Канистр была вроде. Ну, ну надо бы скатать до магазина. Можете подбросить? Сейчас а, посмотрим. Сейчас поехали заедем. Так, почту куда вести? Так, ну я примерно запомнил, куда почту вести. Сейчас я быстро. Да. Ну, спасибо за помощь, а то я что-то сегодня нет. Поехал, забыл заправиться. Блин, так. Да, ничего страшного. Все, дела, никак не успевал, из головы вылетело. Да, вот здесь приехал. Выйди, друг, я тебя хоть рыбкой жареной угощу. Да не, не надо, спасибо, я тороплюсь, у меня схемка. А, схемы сдать? Угу. А, понятно, понятно. Ну ладно, спасибо тебе огромное. Давай, да, удачи. Все, короче, ребят, мотик я заправил. Поехали, короче. Так, почта пропала, но я примерно помню, что вот сюда куда-то. Сейчас доедем, да посмотрим. Все равно домой надо заехать будет. Еще надо на заправку на ближайшую заехать. Ну, я думаю, до туда я доеду. На мотике точно полный бак, можно смело ехать. О, почту все-таки можно довести. Просто надо запоминать, да, откуда это. Поехали, этот, ребят, знаете, что сделаем. Поедем, возьмем еще почту. Домой заедем.
Короче, поехали домой, чуть-чуть переоденемся, заедем в мэрию, посмотрим, что там как. На всякий случай рабочую одежду возьмем, которую, ну, которую в мэрии я таскаю. Да, там как раз еду можно будет взять. Ну и посмотрим, пообщаемся, что там. По идее, завтра у меня должен быть интерактив, суббота будет завтра. Так, ну что, надо переодеваться, по-моему. Ну вот он у меня весь наряд разложенный. Этот я не буду наряд брать, возьму вот так. Как хорошо, что когда раскладываешь, потом приятно собирать его. Я вот тут вот эта Регина беспонтовая постоянно тусуется. Себе склад поставил. Чтобы вы понимали, на таких машинах не ездят, на них она как склад просто используется. Дешевый склад на 90 килограммов. Так, где там почту? Куда везти? Отвезем почту и потом в мэрию. Типа почту домой, чтобы к себе везти. Максим, Максим, ну что там творите? Можешь не айкать там? Ну, Максим, не айкай, сказал. Максим, пожалуйста, ты мне стрим портишь. Ну, пожалуйста, не будь таким, а. Ну неплохо. Модик, конечно, хорошо летает. Но главное, что управляется нормально.
Ты что, сам себе домой почту прёшь, что ли? Ну, не может быть такого. Кто-то тут последнюю квартиру купил. Все, отлично. Ну ладно, поехали, доедем до мэрии, посмотрим, что тут как. Может, кто-то там есть. По идее, завтра должен быть у меня интерактив. Типа, ну, типа, мероприятие должен проводить. Они же мне сказали, главное, раз в неделю мероприятие проводить, и все. Переодеваемся. В принципе, все, да? Почему у него руки так прорисовываются странно? Может, этот? О! Все, нормально прорисовывается? Ну, вроде нормально. Наш ивент-менеджер где вообще? Тут, не тут. Так, я не знаю, давай поздороваемся. Так, приветствую. Я вас тоже приветствую. Да. Да вот, решил зайти, заскочить, как тут дела узнать, где посмотреть все такое. Что посмотреть? Да просто заехал, как обычно. Вот. Понял, просто. Там Макса вызывают вас, по спецсвязи. Наушнички услышал. А, да-да-да, я понял. Сейчас, сейчас посмотрю. Извиняюсь, у меня там в голове голоса посторонние. Ну ты чё, ты орёшь-то, блин, я разговариваю, ты орёшь как это, ты чё? Голосами хорошо. Ну пожалуйста, блин, не ори, мне сказать надо, ё-моё. Чтобы им в рот засунули. Ну да, вдруг бывает такое. Ладно, я извиняюсь. Да ничего страшного. Так, всё, надо побежать. Чё там, по спецсвязи зайти, да, говорят? Ну давайте в Discord зайдём. Ребят, показываю вам Дискорд этой мэрии. Что ты ничего не сказал? Хорошо. Что там, Дискорд запустится, нет? Нет. Таш, ну не ори ты, пожалуйста. Так, ребят, заходим в Дискорд. Что, в Дискорде никто не сидит, что ли? Это не наш отдел. Не наш отдел. Наш отдел вообще где-то кашет.
Ага, вот, короче, можно мне этот перевести в любое время. Короче, все норм, в принципе. Я не знаю, короче, завтра надо будет это сделать. Как это забыл? Интерактив, вот. Где там, подождите, это правительство, где наше министерство культуры? Это мужчина, а адвокат мужчина? Мужчина. Нет, нет, не адвокат, не адвокат. Нифига. А где адвокат? А, ну адвокат, я еще не заходил, зайди внутрь в мэрию, спроси там, друг. Закрыли, закрыли. А, я так, понял. Так, называем так. Что, мэрию закрыть можно, что ли? А, типа никого нет закрыто? Офигеть. Нифига себе. Капец, блин. А скрин сделаем. Скинем. Извините. Да-да, здравствуйте, здравствуйте. Я могу зайти? А я сам не могу зайти, друг. Ты дверь открой, мать? Ну, скорее всего, нет. Давай попробуем. О, ничего себе, да. Она открывается. А вы, гражданин, просто выйдите. Ну, смотри, закрыто все. Как я зашел, непонятно. Это капец какой-то. Да, приветствую. Приветствую, приветствую. Короче, пойдемте на второй этаж, где-то там склад был, я помню. Что это такое? Короче, будем снимать контент про мэрию, со всеми пообщаемся обязательно. Да, приветствую. Я первым делом на склад. Так, ребят, что там можно взять? Смузи не больше 5 штук, да, по-моему? Чисто 5, много нельзя брать. О, рагу не больше 3, короче. Рагу не больше 3. 3 аптечки можно в сутки, по-моему, брать. Что-то такое, я не помню, надо нормы эти поискать. 3 штуки. Вы не подскажете, а ремок сколько можно? Одну, да, только взять? Вы тут? Ладно. Ага. Типа в очереди, да? Ну давай в очередь стоим. Хома, не подскажешь, а сколько можно этих ремок взять? Одну только, да? Ой, посмотри в это. Я не помню. Подскажите посмотреть в спецсвязи. Да, там надо по складу. Ну, короче, одну можно, да, взять? Ой, не знаю. Ладно, сейчас посмотрю сначала. Давайте, ребят, посмотрим, где-то там. Так, вот эту фигню делать не будем. Короче, я не знаю, где там эти нормы. Агент АЭЮ. Да. А ты не подскажешь канал, где это посмотреть можно спецсвязи? Что мы? Слушайте, мужики, а можно мы с вами поехать? Едем с людьми. С вами можно поехать посмотреть, что у вас там будет происходить? На трассу? Ну да. Ну поехали, переодевайся. А, так, а что переодеваться можно?
пиар-адвокат? А вот. А, с, это, с Министерства культуры, ивент-менеджер. А, нет, тогда так. Тогда вообще нельзя, да? Да, надо перевестись в USS там. Да, да не, я пока тут останусь. Слушай, подскажи, а сколько ремок можно брать, Алексей? Знаешь? Одну можно ремку взять? На складе? Можно три взять. Ну, одну ремку, это как три, да, комплект. Одну, ну да, да, я понял. Типа одна ремка, себе три используют. Ну да, да, это я знаю. Ну, короче, один реп-набор можно, да, взять? Либо один, либо два. Ага, я понял. А ты не подскажешь в связи, где там можно, где там написано, ты не помнишь? Нормы по складу. А это в каком разделе там? Ой, это сверху. Все, все, понял, спасибо, сейчас посмотрю. Да, давай. Можно слово с вами? Короче. А, давайте, надо было с ними поехать. Мэрии вообще интересно будет потусить. Правила, нормы по складу. Это где вот? Я вот не вижу вообще это. А, вот. Недельная норма что-то. Ну-ка давай вот посмотрим. О, я нашел. Еженедельная норма. Это что такое? Подожди, это не то. А, вот. Прокуратура, судебный кодекс, еще что-то. Ой-ой-ой, сколько тут всего. Короче, какие-то недельные нормы есть. Наверное, норма по складу, да, должна быть. Я тут ничего не вижу. Ну-ка, давай посмотрим. А, во, норма по складу, вот, все. О, норма. Так, короче, я не первый. Норма смузи. Сотрудникам мэрии запрещено брать больше, чем 5 смузи за раз в течение 2 часов и не более, чем 20 сутки. Ну, короче, за сутки 20 смузи больше нельзя. Рагу. Сотрудникам мэрии запрещается брать больше 2 рагу раз в течение 2 часов. Короче, одно назад надо вернуть. Больше взял. Да, обратно поставим. Гособмен, патронов что-то. Короче, по патронам еще надо посмотреть. Это на спецоперации, да, что-то там. Ну-ка, давай еще вот. Все. По окончании сдать обмундирование. Ну, это этот, форму кто берет. Я, короче, не вижу. А, ну так маленько, давайте ее все прочитаем. Агент USS. Ну это одежда, да, этот. Старший состав. Старший состав, типа, ну понятно, я так и не понял. Может, это правительство норма по складу? Может, у всех свои нормы, а? Какие-то есть? Давайте посмотрим. По-моему, нет, ребят, одна норма по складу, я так и не понял. Но мне почему-то говорили, что 3 рагу можно взять. Ну вот, Министерство культуры, тут больше нет ничего. Капец, Министерство культуры здоровый у них этот. У всех маленькое, у нас только один здоровый этот. Все понятно, короче. Ладно. Давайте одну рагу обратно уберем. Никого тут не сидит сейчас. На улицу просто выйдем, посмотрим, что там интересного есть. Вот так как-то. Дискорд я закрою, чтобы игра меньше лагала. Короче, по поводу ремок я не знаю. Вот рагу одну обратно скинем. Две себе вот оставлю. Но, по-моему, один можно ремнабор смело взять. Они тут все половину истрачены уже. Ну да, вдруг разложусь где-то или еще что-то.
И ладно, не, я куплю лучше себе набор, не буду тут брать, пускай кто-то. Смузи, главное, взял, и раз бы уже хорошо. И аптечка. Вот. Ох, что-то. Типа заседание какое-то даже, да, бывает. Ах, капец. Ладно, не будем шастать, где попало, пошлите, короче. То, что тут тоже непонятно, где можно находиться, где нельзя. Ну, типа РП, все такое. А у нас на каком этаже кабинет? Я не помню. На третьем, по-моему, да, это же что? Они мне показывали, блин, все показывали, я все забыл, короче. Вот этот, по-моему, что ли, нет? Нет, по-моему, не этот точно. Или вот в том корпусе. Да фиг его знает, не помню я, где наш кабинет. Интересно, а я смогу выйти теперь отсюда? Там-то дверь закрыта. Чуть-чуть, да? И что, теперь типа закрыто? А зайти не могу, да? А, вот, могу L открыть, закрыть, оказывается. Фига, мэрию теперь можно закрывать, открывать. Вот это прикол. Вот это отлично сделали, короче. Короче, раз никого нет, никто не АФКшит, походу сегодня нет работы нормальной. Блин, надо было с теми ребятами поехать на трассу. Мотоцикл валяется, ни хрена себе, у них тачка вся подразломанная. Капец, короче. Ладно. Переодеваемся, короче. Да поехали, просто потусим. На почту съездим. По идее, надо порыбачить поехать, но я сейчас что-то не хочу. Ну хотя часик у меня есть. Ладно, поехали на рыбалку. Такое бегаю как-то слабо, без рюкзачка, оказывается. Во. Может, объявление почекаем, пойдем посмотрим, что продается из машин. Да хотя
поехали деньги зарабатывать. Давайте на рыбалку, ребят. Организация у меня еще в аренде до воскресенья, до 12 часов, насколько я помню. Но я, скорее всего, в воскресенье ее тоже трогать не буду. А че я галстук-то не снял? Ё-моё. Ну, дочь, вот снимай нафиг этот галстук. Так, во. Шлем сюда. Все дела. Ты о чем? Давайте все эти вот аптечки вот так поубираем в рюкзак. Да и одежду тоже нафиг. Такую одежду я таскать не хочу очень. Это чисто на работу только. Рабочая у меня одежда такая будет. Во, рюкзак нормальный. О, МП-шка началась. Это хорошо. Ну-ка, поехали посмотрим, кто там есть. Как раз отчет о мероприятиях, да, можно будет провести. Надо мотик починить. Чей-то мотик нечаянно, как всегда, уронил. Кто организатор? Только не умирать не надо, там будут просто холостые, которые водяные пузыки. Вот, вы стеночки стоите, все, кто будет участвовать. Я стрел. Друг, что за мероприятие? Как называется? Рулет. Интерактив от Wazel News. А, понятно, понятно. Если проще говоря, ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Если вы знаете игру в рулетку, то это оно и самое. Вот это русская рулетка. Типа сейчас раз. Так. Ты там автомат случайно не достанешь сейчас, друг? Не. Не, я вот спрошу этот, у того, который напротив стоит. Его. Интерактив от Wazel News, да?
я тебе приехал. Хорошо, если вы все будете хорошо вести, только. Здравствуйте всем. Господин ведущий, не могли бы погромче разговаривать чуть-чуть? Начнем. А можете погромче, господин ведущий, разговаривать? Так, достаточно громко? О, да, вот так отлично. Хорошо, для тебя штатив. Нифига, ты что хочешь, дура? Так, тихо, граждане, пожалуйста, прошу вас успокоиться. Что, еще по червам тебе дай? Да нет, тебя сейчас вот, Не, можете остановиться, вы успели. О, Джон Джонсон, слава богу, ты успел. САС по трое. Хорошо. А что за мероприятие? Сейчас все объясню. Джон Джонсон, ты всех порвешь. И Джон Джонсон, как дела вообще? Все хорошо. Так, можно, пожалуйста, чуть-чуть помустись сейчас, чтобы я вам объяснил суть данного интерактива. Так, ну значит, все знают прекрасную игру «Русская рулетка». Вот, то есть я сейчас каждому буду по очереди подходить и, так сказать, стрелять из водяного пистолета, ну, по игрушечному, естественно. Вот, у кого, как бы, водичка выстрелит, вот, тот выбывает. И так будем играть до одного победителя. А если призовой фонд сколько, друг? Призовой фонд 20 тысяч долларов. Ну, скоро вот так круто. 6.3 сажать, получается, если кого-то убьют? Там никого не будет убивать. Ладно. Так, гражданин 1325, вы будете участвовать или что? Ходите туда-сюда просто. Так, ну давайте начнем. Так, а утешительные призы будут сегодня? Нет. А, ну вы ошибаетесь. Гражданка выбывает, конечно, что точно. Нифига себе. Кто выбывает, друг? Вы везучий. Ты выбываешь. Я выбываю. А я не выбываю. Гражданин. Да, гражданин 513 выбывает. А, я понял. Удачно. Так, Тимурчик. Вот так вот. Ладно, посмотрим. Я готов. Блин. Ладно. Посмотрим, что творит. Что у них будет твориться сейчас этот. На форуме можно найти мероприятие посмотреть. Капец, что вам идет. Короче, отчета на интерактиво. Я, конечно же, участвую в полной части. Опа, чё вы маленькие лошочки, чё вы разбежались? Ну-ка. Куда победили? Что там творится? Вот. Стой, Джон Джонс, поздравляю. Али? О, так, все, кто попал? Кстати, я тебя. Граждане, всем, кому повезло, пожалуйста, встаньте в один шеренгу слева, чтобы мы не разбегались. Всем, кто не повезло, ехать. Тоже, к сожалению, бывает. Роман, выбывай сразу, у тебя, в принципе, нет варианта победить. А куда хлопал? Я уже выбил. А, вот здесь. Спасибо за участие. Спасибо. Так, кто у нас остался живой? Встаньте, пожалуйста, все, ребята. Отлично. Так, ну что ж, откуда будем начинать? С конца или сначала? Да, сегодня что вообще ничего не грузится мне. Вот говно. Бывают же такие придурки, вот, в микрофон орут. Короче, в принципе,
Мне тут фотку я главное сделал. Все равно я же выбыл. Че его смотреть, этот интерактив? Если там они себя вели бы еще нормально, то вот там ходят просто так, орут, нафиг, неинтересно такое. Интересно, дорожка, конечно. О, какая классная полянка, апельсинчик, да? Нет. Тут можно полюбоваться штатом, да? Да, получилось. Смотрите, как будто прям по-настоящему сидит. Прикольно, да? Во, вот это я понимаю, красивый скрин. Скринами все, весь диск C забитый. Короче, любуемся немножко природой. Я сейчас найду, пока форум загрузится, не загрузится. Что-то у меня вообще не хочет грузиться, даже вот форум GTA 5 RP.com не работает еще. Короче, чтобы понимали, вот отчет о том, что ты был где-то на мероприятиях. Ладно, сайт не грузится, фиксы. Что-то в мероприятиях, короче, он его надо вот что-то типа вот сюда, вот в мероприятиях отчеты, отчеты о интерактивах. Ну, здесь, я как понял, в основном интерактивы, которые мы проводим, а про них отчет. А то, что на мероприятиях был, вот здесь надо кидать. Вот, видите? Хотя тоже фиг пойми, а куда этот отчет скидывать? Короче, я что-то не врублю нифига. Я что-то так и не понял. Ну. Это кто типа отчет первое пишет, второе название мероприятия, а где еще это? А, четвертая ссылка. Третья это кто присутствовал, четвертая ссылка, да. Ну и скрин просто кидаешь, то есть да, вот даже так тоже. Отчет. Расписание МП. Ой-ой-ой, короче, тут просто капец. Я пока тут, ребят, разберусь здесь. Ну, это интересно. Это не просто сидеть там рыбачить. А, что-то... Только что же были на мероприятии, что-то ему. Вот оно.
Короче, давайте по форме сделаем. Вот, копировать. Где копировать из? Раз. Это что? Что, копировать не можешь, что ли? Так. Вот, только теперь тут надо этот. Подожди, первое, это что такое? Это кто мероприятие, что ли, сделал? Организовал, да? Вот, я что-то не рублю, блин. Или это кто запись делает, вот это вот? Нет, кто запись делает, вот, по-моему, да? Ага, да-да-да-да. Короче, надо было поздороваться с ними, посмотреть того, кто делает, да? Поехали, загоняем. Там они разошлись, наверное, уже все. Да уже все. Короче, того, кто... Короче, я так и не понял, кто из них что организовывал там. Капец. Пока сейчас разберемся, как что тут делать. Ну, фотку ладно, я поставлю сейчас. Вот само мероприятие, надо ссылку на него указать. Вот как здесь есть. Ладно, пока смотрим. Давай спросим, как оно. Оно во сколько было? Оно было сейчас только что в 19. Ну, напиши 19.00, 19.15, да? 19. Пусть так будет. Так. Русская рулетка напишу. Мне просто интересно, как это все заполнять и делать. Визуал Ньюс. Я не знаю, как это написать. Сейчас. Первое, это кто организовал. Вот. Сейчас потом на мероприятии присутствовали. Я не помню, как там правильно писать. Мне надо, по-моему, так через собачка. И здесь... А, я даже этот... Я сам себя могу сделать? Да, скорее всего. Вот, 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 вот так вот. Все вот здесь. И кто организовал, надо посмотреть на форуме, есть ссылка. Пятое, это скорее всего просто надо эту. Пятое, это скрин надо вставить. Или вот это лучше вставить. Не, давай лучше вот этот скрин ставлю, где собирались. Угу. Вот этот скрин сделаю. Зависло, да, все. Все, короче, есть, да? Ну, здесь также примерно вставляют, вот.
ссылка какая-то странная вообще. Но это не ГМП, это интерактив напишу. Его отчет о интерактивах, подождите. А, ну просто вот надо написать. Вот они так и пишут, смотрите, когда интерактив, это что? Интерактив, ссылка. Ответственно, я не помню. Короче. Вот так. Что-то о мероприятиях не было. Вот тут заполнять. Здесь напишем Visual News. Правильно? Они же так сказали. Не знаю, как правильно писать. Я не помню тех, кто там должен быть. Че, я надеюсь, форум сейчас загрузится. Что там вот за... Что попало? Ну, от сути не меняется, все равно сюда закинуло. Бля, российский интернет сегодня что-то вообще грузиться не хочет. Вот я вам могу вот так показать. Сегодня даже спид-тест не работает. Вот так и живем. Интернет сегодня что-то вообще не хочет. Скорость хорошая, 100 мегабит в секунду, это очень хорошая скорость. Сейчас исходящую посмотрим. Мегабит в секунду, ребят, в интернет. Давайте посмотрим, это в моей стране, допустим, наши казахстанские сайты так быстро будут открываться. Сейчас попробуем поменять сервер и уже до Москвы сделаем, да куда-нибудь. Давайте вот ДМТС или Мегафон, кто там, какой у вас там самый провайдер какой. Давайте вот до туда попробуем. МГТС какой-то. Но все равно скорость хорошая, почему сайты не работают? Сейчас попробуем до этого. Интересно, он может по IP скорость замерить? Давайте попробуем по IP замерить скорость. Это сегодня у меня не хочет интернет работать нормально. Ну, до Москвы уже послабее добегает, конечно. Ну, все равно это очень хороший результат, ребят. Очень хороший. Вот так можно вставить.
GTA 5 RP сайт не открывается. Вот так сделаем сейчас. Просто и все. А IP-шник не покажет? О, IP сайта показал, все. Вот это мне и нужно было. Пинг отзывается, ладно. Сайт в упор не хочет открываться, да? Интересно, вот это прокатит здесь? Не прокатит он так. Тут чисто по городам только провайдеров тут и все. Тут больше не будет ничего. Короче, интернет нормальный, что-то сайт не хочет GTA 5 RP грузиться. Тогда, короче, получается, ребят, я отчет не смогу заполнить, потому что, как вам сказать, я не знаю, что за мероприятие. Сегодня 12 число. Я не помню, кто ответственный. Интересно, прокатит, нет, если я его так ставлю? Ну, короче, не знаю. Как я смог, так заполнил, короче. Еще потом на случай доделаю. Ой. Вот такой вот с меня ивент-менеджер даже заполнить ни хрена не может. Правильно. Ну ладно, я думаю, попозже меня научат. Завтра, наверное, главное будет зайти в Discord. Обязательно интерактив провести. Вот. Потому что раз в неделю меня поставили, где-то же есть. Вот новости. Сейчас. Интерактивы где-то были. Расписание интерактивов на текущую неделю. Завтра суббота. Завтра мой интерактив. Ё-моё. Это надо обязательно провести. Тогда все нормально. Тогда меня с фракции не уволят никуда. But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained.
Вот так. Хорошо. Давайте поздоровимся с ним. Или не стоит? Наверное, туда зайдем уже. Все, я тут. Нормально. Да, привет всем. Как у вас дела, как настроение ваше боевое? Нормально. Блин, я так волнуюсь, завтра интерактив должен быть, по идее, мой. Я никогда не проводил. Ну да, да, да. А во сколько лучше, не подскажете? Ну, естественно. Ну, где-то после 8. А чем занимаетесь сейчас? Что-нибудь делаете? А, я лежу на ПЗ. Вы в мэрии? Нет, мэрия закрыта сейчас. Там же открыть можно. Можно, но ПРП она закрыта, потому что военное положение, кстати. А, я понял, ничего себе, оказывается, военное положение у нас. Смотри, Бруня, 8 часов у нас мероприятие, и еще нас позвал Мурзик на РП-прикрытие. А что, Мурзик РП-прикрытием занимается? А я не знаю. Он сказал, типа, у них будет первое РП-прикрытие приходить. А где он стоит? Я не знаю где. Он даже ничего не будет писать. Приходите. А лидерка какая? Ну, где он? Я не знаю. Ага. Он лично себя, наверное, хотел увидеть. Агент Павел подойдёт с тобой? Конечно. Нет. А худ левит-то? Я не знаю тоже, кто это. Нифига себе. Нифига себе. 506 фишек накопилось. Случайно. Я здесь смотрю за аборигенами в армии. Кого еще в этот список добавишь? Кого еще туда позвать? Альберта. Привет. Да. О. Привет. Еще одна сексуалка зашла. Да, Настя, привет, ты знаешь, что его вроде бы? Вы как-то болтали, по-моему, стояли, не? С кем? Где Мурзик? В какой арге? С футлевиком. Я не знаю, кто. А Мурзик в какой крайне он, знаешь? По-любому в голове. Ну что, ребят, в мэрии. Закрыто. Военное положение, оказывается, в штате. Ну что, что он когда-то давно говорил, что он хочет? Да. Он когда-то давно говорил, что он хочет стать голубым. Нет, что он, короче, купил голубые акулки себе. Короче, ребят, через полчаса все самое интересное начнется. Вот, а я, как всегда, короче, пойду спать. Ну, ты еще дальше отойди. Вот. Тебя не слышу. Почти на это задал. Снимаю мобилу. Мобилу, блядь. Мобилу? Прикиньте, задание телефон, и я прям хочу ее влезать. Да-да-да. Так что, я не задала вопрос, потому что кто-то был Я говорю, я запрос ЕСС сделала на 20.00, просьба всем быть на задней парковке. Поедем в гетто. Куда мы? Куда? Да, привет, Кезука. Подойди поближе. Ну, на 9 поезжай. Нам нужно просто... Тимур попросил отыграть Крайм. А, чего? Есть? Ну, на карте есть точка, короче, определенная. Там он хочет, чтобы мы сыграли, типа... Бандюк? Бандюк. Захи, оценивай первый образ. Это первый образ. Неплохо. А вы где вообще? На боковой парковке. А что не на ФЗ?
Так, дальше. Второй сейчас. Второй будет мощный. Какой-то чел сегодня себе болеть представлялся, я не помню кто. Заки. Да я вижу, да, ты понял. Черкин добавить. Да. Там жалко, что так много ходить. В армянской мафии могла бы. Ты реклама? Мне надо в армянскую мафию так ходить. Я боюсь, тебя бы там в отдел не очень приятно засунули. Воля? Нет, там есть отдел, условно говоря, на вызове. А, понимаю. Что? Спасибо. В армянах и в РМах есть такое отдел. Девушка обычно в этот отдел сует. Ладно. Просука. Анастасия. Нету здесь таких. Анастасия? Анастасия. Нет, я сказала, чел спросил, кто в мэрии работает. Я говорю, здесь таких нет. Блять, мне знаете, в чем мне не нравится? Я езжу по крайму и всем удостоверение показываю. Мне это не нравится. Понимаю. Короче, вы построитесь, да? Кто? Гражданин. Ой. Только мне придется отлучиться сейчас. Я не смогу, я еще минут где-то 30 побуду и потом поеду. У меня дела немножко. Да, хорошо. Очень я буду улетел. Да, извиняюсь, что так получается. Да, вообще нормально. Мне нужна эвакуация. Приветствую. Откуда? Ладно, я релогнусь. Так, я пойду точку посмотрю. Я, скорее всего, этот, вы поедете? Давай я за тобой заеду, ты где сейчас? Угу. Он релогается. Этот, если вы поедете... Короче, точнее, вы можете поехать с ее соседниками? Да. Мне просто заранее надо быть на точке. Нам что-то надо там делать? Ну, вам тоже надо на точку поехать и, типа, одеться максимально как крайм и стоять просто. Разговаривать не нужно, просто чекай стоять. Давайте вы посмотрю. Меня будете вести. Я похожа на новом образе как раз. На кого, на бандита? Нет. На ту, кого возят обычно, знаешь, отвозят. На проститутку? Да. Это как чувак на мероприятии проститутку привез, я говорю, типа, плюс один получается. Так я аж пошутил. Заки, что ты за шутки в моей... Нет, после того мероприятия он на другое повез проститутку. Это моя... Так ты мою шутку украла? Ну да. Не стыдно? Ворует шутки. И не признается, что она их ворует. Нас с Настей подругу приняли за проститутку. Ару. Их остановили, а потом изменились. Да, кстати. Это я, короче, тренировался там. Как отчет заполнять, типа, все такое. У меня нету шмоток, как крайне. Так у тебя первый пункт не заполнен. Я в халате поеду, не помню. Там куча пунктов не заполненных. Ну, как раз завтра будет мой первый интерактив, там я потренируюсь. Я надеюсь, поможете провести все такое. Ну, меня не вынес, поэтому ребята помогут. Мне надо подумать. Надо подумать. Госпожа министр культуры, вы сейчас беда. Я? А мы вчера... Я на респе был отцов вопросы. Ну, у тебя да, раз спрашивают. Бля... Угу. Так и напиши. А, бля, сейчас секунду. Я езжу вокруг мэрии по кругу. Да не, мы на парковке. Бля, Артур назвал как ее госпожа. А вы заметили, что Артур на Гитлера похож? Без маски. У меня нету синего. Голубого. У меня тоже, кстати, нет. У меня только шапка. Блять, ебать шапка. У меня вообще ничего голубого нет. У меня есть чисто белая. У меня есть розовая, у меня есть фиолетовая. Есть оранжевая, так понятно. Малыша. Блять, уебищная песня. Ну, типа, чисто ради этого что-то голубое покупать не очень хочется. There was
Терялись нахуй. Типа, это нормально, что типа министры два зама будут отыгрывать Крайм? Насколько это А потом прилетают такие вопросы, что мы связаны с Краймом. Я вам куплю идеи с Крайм, как ты можешь это сделать. Ты с Крайм не можешь в сопровождении ехать. Херово. Ну это вообще закон это делать? Мы так можем делать? Как? Вот так. Как вот так? Вот так. Отыгрывать Крайм, будучи министерством культуры. Можно, можно. Ладно, я побежал. Спасибо вам сегодня за общение. Вот. Постараюсь завтра подольше побыть. Хорошо, давай. Давай. Друзья, поехали, короче. Потому что мне через 15 минут пора спать уже ложиться, потому что завтра на работу рано вставать опять в 6 утра, а то я фиг потом встану с утра. Я бы с удовольствием с ними бы сейчас поехал, но какое-то событие у них начинается интересное, но я так думаю, оно слишком долго будет. Поэтому поехали, заберем почту и домой поедем, персонажа отведем. Ничего себе, ну шлем спас реально. Что тебе мотик искать. Он, короче, вниз улетел. Почту заберем.
сюда поехать, да. Квартира, что ли, ну катер здесь. Ладно, поехали персонажа нормально домой отвезем. И я спать пошел, все. Ну что, друзья, ну вот и все на сегодня. К сожалению, подольше я не могу сегодня постримить, потому что завтра на работу рано вставать. Такое. Пока-пока всем. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайки. Все такое. До скорого, ребята.